Добрый день, коллеги. Сейчас я вам покажу аппарат, который поступил на продажу. Риза EZ570i. Машина в очень хорошем состоянии. На Украине не эксплуатировалась. Имеет тачскрин. USB-порт. Принт-контроллер. Планшетный тип сканера, USB разъем для флеш-карты, распечатывать также можно с флеш-карты, и карман для документации. Машина сделана на базе серии RZ 570, своей предшественницы. Показания счетчиков: 326 237 копий и 3223 матрицы. Состояние раскатного цилиндра. Машина еще пахнет новизной. Остаток чернил. Аппарат работал исключительно на оригинальных расходных материалах. Термоголовка без полос. Почти целый рулон матрицы. Дисплей показывает расходные материалы в остатке, для того, чтобы они вдруг для оператора не заканчивались внезапно. Состояние блока использованных мастеров. Он пуст. И видим, что он пуст. Так, и какой раскатный цилиндр установлен. Формат и цвет. Так, что я вам хотел показать. В принципе, сделаю сейчас один оттиск. Я прожигал мастер. Так, будет закрыть меню сначала. Сделаю один оттиск, показать вам состояние термоголовки. То есть, как видите, ни одной из полос здесь не обнаружено. Все это я показал, то, что хотел. Работает тихо, хорошо. Ну, все как для этого типа аппарата. То есть никаких проблем, замечаний по ней нет. Хорошая, надежная машинка. В принципе, будут вопросы. Вот мои контакты. Пишите на ящик. Либо звоните по телефону. Все отвечу. Так, я сделаю сейчас 50 копий, дабы не переводить бумагу. Все по автомату. Средний. Как увидели, никаких вопросов нет. Раскатала. Вот с первого оттиска. И затем в процессе печати мы добиваемся уже и экономии чернил, и стабильное качество. Более четко видно полосы, если бы они были, они бы уже отбились.
принципе, все, что хотел показать. Будут вопросы, звоните. Машина в одном экземпляре. Думаю, что в ближайшие года 3 будет очень актуально.